Привет, друзья, с вами Макарон. Качаем или рисуем шаблончик по ссылочке в описании и вырезаем его. Далее понадобится совсем небольшой кусочек картона. После вырисовки нашего основного шаблончика делаем еще два таких же. Делаем их поуже и вырисовываем это все ручкой. Естественно, вырезаем. Для склейки подойдет любой клей, только смотрите, чтобы детали приклеились. Далее делаем знаменитый раствор с помощью клея ПВА и соды. Делаем в одинаковых пропорциях по объему. 1 чайная ложка клея и 1 чайная ложка соды. Примешиваем это до однородной плотной массы. Далее наносим эту массу на нашу картонную деталь. И если вам не будет этого хватать, просто добавляйте в равных пропорциях еще и еще. Наносите так, чтобы придавалась форма клыка. Чтобы была такая своеобразная заточка. Оставляем высыхать на ночь. С помощью надфилей и наждачной бумаги делаем заточку и ровную поверхность на нашем клыке. Красим наш брелок в белый цвет, а потом красным цветом делаем плавный переход вниз. Смотрите, как это сделать. Красной краской красим верхушку нашего брелка, а потом светлым оттенком делаем основную часть. Далее мокрой кисточкой придаем градиент. Придаем царапинки и потертости с помощью циркуля и белой краски. С помощью скрепки делаем такое крепление для нашего брелка. Желательно приклеить на суперклей. Немножко красим крепление в красный цвет. Покрываем лаком или клеем ПВА. И все, макарончики, готово.